мы пришли к Рамиле и Камилю. Да, они с улицы так красиво, перед входом во двор. Красиво живут. Крыльца во дворик. Так. Тут трудяки живут, замечательные люди. Рамиля, Камиль, дети, Вадис, Вадим, Фадис. Все они трудяки. Цветы сажает, Рамиля выращивает. Каких только цветов нет. Сентябрь еще красиво. В сентябре вот так красиво. Летом еще красивее было. Так. В сентябре так красиво. Дети играют. Детишки играют, пока еще не пришли внуки. Это все для внуков приготовлено. Это на улице так. Во дворе так. Тут Рамиля белье вывешивает. А тут он у них. Тут дети. Все ради детей. Вот детишкам тут песочница и игрушки тут. Все условия. Дети сейчас в садике, наверное. Здесь цветы Рамиле. Здесь огород, теплица. Урожай убрали, все аккуратно. Живность тут, гуси вроде, гусей держат. Рамиля. Столько ягод, наверное, было, да? Привет. Хорошо продали. 25 ведер продали. 25 ведер. Ух ты, 25 ведер. Вообще. Для себя еще. Для себя 10 еще. 10 ведер, наверное. 10 ведер. О, вот это да. Да. Всего хватает. Всего хватает. Надо же. Это гуси, да? Там еще гуси, да? Козлар. Ух ты. Вот. Куры, гуси. Жирность. Всем они занимаются хозяйством. Вот молодцы. Все убрано у них. Вот столько ягод они собрали. С этого участка. Смородина. Вишни все есть, и яблони. Винограда росли. Урожай есть, да? Свой виноград. Цветы везде. Привет!
кусочек карамели. Я ума сияла.